Впервые в Видном состоялась открытая встреча начальника управления внутренних дел Ленинского района с населением. Во-первых, у людей была возможность лично познакомиться с начальником УВД, а во-вторых, высказать свои наболевшие вопросы. Владимир Антипов внимательно выслушал все просьбы и жалобы и попытался ответить на них. Подробности в репортаже Юлии Погосян. В пятницу в кинотеатре «Искра» было людно. Люди шли сюда, чтобы встретиться с начальником Ленинского районного УВД Владимиром Антиповым. Теперь у граждан есть возможность не толпиться в душных коридорах, надеясь попасть на прием к полицейскому, а спокойно, с толком и без лишних формальностей поговорить непосредственно с начальником. Для того, чтобы улучшить криминогенную обстановку в районе, обязательно нужно общаться с населением, потому что жители района, они, я думаю, больше знают. А люди, конечно, порой знают больше, особенно когда дело касается мелких правонарушений. Именно с такими вопросами в большинстве своем и приходили граждане. Наталья Калинина, председатель районного общества охраны природы, посетила встречу с целью призвать органы уделять больше внимания лесам. Раньше, до того, как упразднили экологическую полицию, горожане, чтобы пожаловаться на вырубку леса, разжигание костров, обращались туда. Теперь к Наталье. Надо все-таки как-то объединиться вместе, чтобы и милиция, и общественные организации возобновили свою работу, как это, может быть, было в советские времена. Много говорили и о работе участковых. Важно повышать уровень профессионализма работников полиции и улучшать способы связи горожан с дежурной частью. Сейчас дозвониться до нее почти невозможно. Представляете, что такое дежурная часть, да? Есть два параллельных телефона. Звонят, вот он разговаривает по телефону, да, по-другому, знаете, сколько звонков. И главка, у нас внутренняя связь, корал, да, там, а дежурит там, грубо говоря, два человека. Вот он, я не успеваю. Я говорю, ну как не успеваешь? Я говорю, ну ладно. Даже психологически взять, да? Когда номер занят, человек звонит, да, номер занят, он понимает, что да, номер занят. Ну, давайте я еще перезвоню. А когда трубку не берут, уже получается, да, кто там спят, может, их там убили все. В целом встреча прошла продуктивно, и, как отметил Антипов, такие мероприятия должны стать традиционными и улучшить взаимодействие населения с полицией. Ну, видно, что человек знает свое дело, что если он возьмется за это, как он говорит, то, может быть, действительно у нас полиция будет работать лучше. Юлия Погосян и Адамия Елена Кошлева. Видное ТВ.